Вот. Тема купальников не раскрыта, как говорится. Но суть в том, что я искренне не понимаю девушек в раздевалке. Ну, то есть, я сижу, в моем понимании, когда ты приходишь в раздевалку, ты переодеваешься, можешь там посидеть и уходишь. Но! Я как-то сидела, я очень устала после тренировки. Сижу в раздевалке. И просто куча голых женщин, которые просто там ходят. Ну, то есть, я полчаса сижу, и они просто полчаса ходят голыми. Я вообще не выкупила этого прикола. Ну, то есть, это, я не понимаю, наверное, раздевалка это чисто вот место, где ты можешь отпустить всю себя, волю, вот это все. О, помню, Чарли рассказывала, как к ней девочки приставали и за бубы пытались схватить раздевалку. Слава богу, я там никого не знаю, меня никто не пытался схватить за бубы. Ай. Скоро присоединишься? Нет, я прихожу, переодеваюсь, ухожу. Я не понимаю. Это спавн женщин? А за что тебя трогать-то? За бубы, у меня нормально. Истина, не истина. Мне лень писать что-то оригинальное, поэтому просто здравствуй. Просто как дела? Просто. Спасибо за донат. Просто. Хорошо. А выглядит хоть норм? Голые женщины? Я не оцениваю голых женщин, давай так! Я не любуюсь голыми женщинами, которые ходят в раздевалки. У нас слишком огромная раздевалка в бассейне, чтобы любоваться всеми ими одновременно. При учете того, что половина из них бабушки. Давай так, я не извращенка, чтобы заглядываться на бабушек. Господи! Я прочитала... Брови, я прочитала, как не... Что ты его ударишь, а что ты его... Трахнешь. Извращенец. Не важно, что это я не так прочитала. Извращенец ты. Брово, брово, зачем ты трахаешь тараканов? Осуждаю. Ой. Боже. Боже, она мой ник прошла правильно, женюсь. Нет, я не выхожу замуж за тех, кто трахает тараканов.